Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, у нас сдвиг ледникового, битва за Мегатерри, это такой большой-большой ленивец с длинными-длинными когтями. Так, и это у нас будут водные сражения, у нас тут Тусатеутис 39 левела. Так, давайте тогда пойдем сначала посмотрим на наших ленивцев, у нас тут два, Мегистотерри и Эремотерри. Вот, в общем-то, наш Эремотерри. У меня до сих пор 40-го нет, представляете, ребята? То есть еще со времен, когда он появился, там года два назад или когда он появился, я его не создал, потому что я хочу его создать вместе с видео и сделать какую-то познавалку по нему, но дело не доходит. Так, это у нас 6-метровый ленивец. Так, это Эремотерри и есть Мегистотерри. Вот, в общем-то, наш Мегистотерри. Здесь у меня все есть. Кстати, давайте даже его покормим. 20-й. 10-й. Лицо у него как у какой-то свинки. Так, также известен как гигантский сухопутный ленивец. Это одно из самых крупных млекопитающих на свете. Он был чертовски большой, да, там была даже битва с Арктодусом у него. Ну, Арктодус его бедняжку перекусил. Ключицу ему перекусил. Так, являясь одним из самых медленных и крупных млекопитающих в своей экосистеме, Мегатерри не имеет причин убегать от хищников. Ну, мы видели, не всегда это получается хорошо. Так, Мегатерри были еще живы в эпоху Голоцена, значит, вполне могли встречаться с людьми. Стоя на задних лапах, Мегатерри может в среднем достигать высоты 7 метров, как у статуи на острове Пасхи. И, короче, может заглянуть на третий этаж. Потому что у нас этаж 3 метра занимает. То есть 2 этажа это 6 метров, еще как бы на третий этаж можно заглянуть. Вот так вот он выглядит. Ну, рожки это уже у нас как-то дофантазировали, да. Ну, а вот так вот, это вполне... Ух ты, блин, звуки такие прикольные. И они ж ходят так, как бы на... как гориллы, короче, ходят. А то и даже вообще чуть ли не на запястьях ходят. Вот такой у него какой-то жирный хвостик там. Так, у нас тут код. Отправляем. И Тусатеутиса еще хотел глянуть. По-моему, у меня есть там его что качать или нет. Я его еще не создал, наверное. Так, у меня вообще он есть. Где мой Тусатеутис? Я вообще его хоть вывел? Вот. Так, есть у меня Тусатеутисы. Прикольно. Давайте будем их качать. Опять кто-то убежал, но как обычно, когда заходишь в игру, они убегают сразу пачками. Штуки по 3. Так, у нас такой далекий родственник гигантского кальмара. Так. Делаем 20-го. Ну и сразу сделаем 30-го. Там сейчас посмотрим, можно ли обойтись у нас как бы какими-то 30-ми. У нас там в противниках 40-й. Посмотрим. Можно ли хотя бы 2 боя провести вместе с Тусатеутисом, чтобы на него поглядеть. Вот такой вот он прикольный, короче, он становится более красочным с повышением уровня. Такой перламутровый уже у нас он. Так, кушает он какую-то рыбешку. И у него, как и у всех, типа этих осьминожек, клювы. Клювы такие прям попугайные. 2000 на 1500. Кстати, он очень даже такой неплохой по урону. Давайте посмотрим, что нам тут предлагает вот здесь. А, вот такие вот ребята. Ну, в принципе, можно попробовать взять Тусатеутиса.
Можно взять одного. Давайте возьмем двоих. И дунклеозавра. То есть он их порвет, как тузик грелку. Ну, первого мы Тусатеутиса принесем в жертву. Второй одного завалит. А там посмотрим. Ну, потому что маловато жизни. Нас геозавр чуть ли не за один удар убивает вообще полностью. Ну, по крайней мере, мы посмотрим на них побольше. На 30-х и потом на 40-го посмотрим. Ну, я его тоже легко валю за два удара. Это радует. Так, ну... Ну, все, дальше сидеть в ракушке не получится. Так, на 4 он проатаковал. Смотрим на медленное падение Тусатеутиса. Делаем раз-два, делаем раз-два-три. Ну, один я тоже, по идее, должен выдержать, да? Тут 277-й был геозавр, а Тусатеутис 39-й, то есть должно быть меньше двух, да. Ух ты, вот такой вот он прикольный, выглядит прикольно. Атакует на 4. Прикольный такой. Забавно. Давайте сейчас мы немножко посмотрим на них. Во, прикольный скриншотик появился. Так, 1, 2. Я его пробиваю, в общем-то, даже как бы... Давайте даже попробуем сохранить его. Будет прикольно, если я завалю всех одним Тусатеутисом. У него такие эти шипы появились, и более острые эти. Я думаю, сейчас он попытается нас проатаковать на 4, я его просто пробью потом. Нет, нет, не захотел, но попытка не пытка. А, 2 поставил, выживет. Но мы его добьем. Так, он будет бить по 700. Есть небольшая вероятность нам умереть, конечно. Давайте так, потому что у него слишком много баллов. Но ведь атаковать его было бессмысленно. А вот защититься вполне себе хорошо. Но... Вот так, отлично. Он бы мог победить, да, если бы поставил 4 балла в защиту. Он бы меня смог пробить, наверное. Так, ну вот такой вот у нас хороший бой получился, мне нравится. Идем дальше. Дальше у нас поверхность. Дальше поверхность. Но здесь мы тогда брать не будем, естественно, нашего Тусатеутиса. Мы его возьмем в следующий бой как-нибудь. Так, не, я хочу, в принципе, взять гибридов. Ты у нас пещерный, да, к сожалению. Ну ладно. Ну, погнали так. Прикольно, это было 3 пещерных, 3 рифовых, а следующие будут 3... точнее, 3 рифовых будут. Следующие у нас 3 пещерных. Как прекрасно выглядит Геликоприон. Просто лайк и босс. Очень прикольный. Молодец. Ну, вообще классно выглядит. Блин. Хочется смотреть и смотреть. О, прикольный кадр. Блин, ну, как будто бы какой-то корабль-зеркало, или, не знаю, инопланетный корабль какой-то.
прикольный парень. Так, ну давайте пробиваем его. Дунки. Так, 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 да, ну вот здесь уже мы его сможем взять, тогда идем создавать нашего 40-го. Ну, кстати, он, да, вот мордой похож на вот этого парня. Вот, вот похож, похож. Морда, щупальца на бакулитика. Так, ну он очень крутой получается у нас на 40-м левеле. Это уже третий бегун, надеюсь, они уже успокоятся, а то... Так, вот так вот выглядит наш максимальный тусотеутис. Давайте его будем качать. 3000 на 2000. Что-то близко к этому. Вау! Это было прикольно. Черт, зря я его так быстро покормил. Ну, придется на стоп-кадре отлавливать. Зря. Так. Ну, такой парень. На тили-тили тролливали, короче, он похож. Ну, погнали. Пойдет мой любимый Хайнич. Потом пойдет... Ну, он подменится, скорее всего. Вот. Тот же Тилик пойдет и Тусотеутис. Так, два косаря бьет Хани. Ну, все равно за два удара не пробиваем. Бьем три. Ну да, то, чего и следовало ожидать. Но, в принципе, я постараюсь сделать как? Накопить побольше баллов и двоих пробить тиликом. Ну, тусотеутисом, то есть. Если получится. Так, смотрим, что у нас тут за показатели сейчас будут. Он должен проатаковать, скорее всего. 3-3-3, хотя нет, но может быть. Да, все-таки решился. Так, тилозавр. 2800 на... Ну да, у них практически одинаковые показатели. Попробуем тусотеутисом это все дело пройти. Два косаря, да, тоже такой же вкачанный геозавр. Черт, он не проатаковал нас. Ну, пробуем на всю котлету. Два пробили. Хорош, хорош, красивый. И вот наш набор. Мегатерий. А на этом все, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.